Необычная акция стала еще одним не менее красочным мероприятием в календаре праздников 20-й школы. В рамках европейского проекта «Помогая природе, помогаем себе» в учебном заведении был организован настоящий праздник здоровья. Его активными участниками стали учащиеся школы, которые вместе с экскурсоводами совершали увлекательные путешествия по необычным станциям. Основные законы здоровья, они отражены на наших станциях. И здесь наши волонтеры, они рассказывают детям доступным образом об этих всех законах здоровья, играх, каких-то таких мышлениях, предоставляются какие-то, может быть, викторины, вопросы, они сами между собой рисуют там. Я думаю, что это очень интересно для детей. Сегодня в нашей школе такое интересное мероприятие. Еще одно мероприятие, приуроченное к нашей работе о здоровом образе жизни. Все за здоровый образ жизни, учителя, родители, дети. И самое приятное сегодня – увлеченность детей. Проходя постепенно от станции к станции, ребята выполняли шуточные задания и знакомились с возможностями всех существующих в природе стихий – огня, воды, земли, воздуха. Помогали им в этом чуткие руководители – студенты Брестского университета имени Пушкина. Будущим педагогам был весьма полезен опыт общения с детьми. Для некоторых эта акция стала первым профессиональным испытанием. У нас как бы до этого момента не было такого особой практики с детьми, и это очень важно, как бы пообщаться с ними, очень интересно, как бы проводить с ними какие-то игры, развивающие, вот, это очень для нас важно. Праздник здоровья подарил детям не только хорошие эмоции. Благодаря конкурсам и викторинам ребята получили некоторые рекомендации и о том, как правильно составить распорядок дня, меню, а также какие упражнения помогают быть в хорошей форме. Ведь быть здоровым – это счастье.